Орловские аграрии отправились на международную выставку-ярмарку «Агрорусь-2016» в Санкт-Петербург. Там они принимают участие в научных конференциях, круглых столах, семинарах, а также обмениваются опытом с коллегами из соседних регионов. Возглавляет орловскую делегацию заместитель председателя правительства области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов. 25-летие в этом году отмечает Агрорусь. И, собственно, мы как раз обсуждаем возможности сотрудничества и развития уже тех направлений, которые есть с северо-западом, а также и черноземной зоны центрального округа, ну и, соответственно, есть возможности пообщаться на предмет сотрудничества в разных сферах.